Всем привет, ребят, с вами Ставр. И как вы знаете, совсем недавно я подписал контракт с футбольным клубом «Локомотив», и прямо сейчас я нахожусь на сборах, где мы решили записать еще один прикольный челлендж. На сей раз его участником будет Виталий Денисов. Мы решили побить штрафные 5 раз с этой стороны, 5 раз с другого фланга, так как Виталий левша. Посмотрим, кто из нас забьет больше раз. Проигравший по классике встает на жопу. Поехали. Давай, на раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай. Ну ладно, выступаю. Готов? Давай, да. Посильнее надо, посильнее. Да что такое? Сейчас, сейчас. Я разминаюсь, сейчас все будет. Вот так, например. А, хотя бы створ. Не, нормально, следующие 5 будет лучше. Сейчас, смотри. Просто сейчас, просто в ближнем, сразу в ближнем. Виталий, ну где? Уйди от мяча. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А я не так уж и плох. Согласен. Сейчас все будет. Сейчас покажу мастер-класс. Попробуй как Бэхэм. Почему я сразу видел, видел, да? Ты видел, да? Есть, это сейф был? Конечно, вот свидетель. Где повтор, видео повтор, где впустите? Это было 2. Четыре. Ладно, у меня была хорошая перекладина. Благодаря мне. Жалко без голов, конечно. Ну, Виталий, ну ты должен хотя бы один положить. Я на это надеюсь. Если я этого не сделаю, то мне не должны штрафной даже пробить. А я об этом мечтаю. Что-нибудь посложнее, Виталь. Опа! Ой, сука, так! Я предлагаю по 3 удара еще следующего. До победного, давай. По центру? До победного. Я хочу, чтобы хотя бы один по красоте прям залетел. Такой? По красоте все. О, ну это не красиво. Мой друг, это не типа. Как так, а? А нет, да два раза бил, что-то это, сегодня не весь Бэхэма. Я, подожди. Готов? Да. О! Ой, нет, все. Ты готов? Да. Спасибо, учитель. Это такой фарт. Чё фарт? Это же мастерство, мастерство. Справедливо, справедливо. Не, в принципе, ожидаем. Ну там он отлетел от штаги мне в спину и в ворота. Да, да. Хорошо, хорошо. Это было интересно, правда. Спасибо, что поучаствовал. Ребят, если вам нравится такой контент, обязательно поддерживайте пальцем вверх. Подписывайтесь на канал «Локомотива», на мой канал и в Инстаграм. Виталий, я думаю, его указывают в описании тоже. Спасибо за просмотр. Пока-пока. А теперь давай вставай.